Отныне суды имеют право направлять наркоманов на лечение и устанавливать ответственность в случае уклонения от медицинской и социальной реабилитации. С 24 мая 2014 года вступает в действие федеральный закон 313, в соответствии с которым в Уголовный кодекс будут внесены изменения. В частности, будет введена статья 72 прим. 1. Она, значит, будет предусматривать принудительное лечение больных наркоманией. Данная обязанность будет назначаться судом в дополнение к основному виду наказания. В этом случае осужденный больной наркоманией должен будет пройти курс лечения уже в принудительном порядке. Для тех, кто отбывает наказание в местах лишения свободы, будет предусмотрена отсрочка. Также введены изменения в уголовный и административный кодексы. Согласно внесенных изменений, значит, лицо, впервые совершившее преступление по линии НОН, то есть по связанной с наркотическим движением, может быть освобождено от уголовной ответственности, если добровольно изъявит желание пройти медицинское лечение от наркотической зависимости. Такая же норма введена и в Кодекс об административно-правных нарушениях. В данный момент на стадии подписания находится соглашение между четырьмя структурами – наркоконтролем, управлением внутренних дел, департаментом здравоохранения Зауралья и службой исполнения наказаний, которая прописывает весь алгоритм работы. Подсудимому, да, если его, допустим, задержали по статье 228, да, то есть хранение или там сбыт наркотиков, да, есть данные о том, что он является потребителем наркотиков, и предполагается, что да, у него может быть зависимость, его направляют на врачебную комиссию нашего учреждения. Задача этой комиссии – доказать, что задержанный или подсудимый действительно нуждается в лечении от наркомании, которое он будет проходить в Курганском или Шадринском диспансерах, в зависимости от места жительства. Получается, из области, из самого Кургана, около где-то сейчас у нас около 25-30 человек проходит. Коек у нас 60. Поэтому заполняемость пока 50-40%. За уклонение от решения суда предусмотрен штраф до 5000 рублей или административный арест до 30 суток. Тех, кому уголовное наказание отменили в связи с прохождением лечения, могут вновь привлечь к ответственности и взять под стражу. Покинул медицинское лечебное учреждение, нарушил порядок в медицинском лечебном учреждении, употребил наркотические средства или не явился вовремя для прохождения лечения. Контроль за осуществлением прохождения лечения у нас возложен на инспекцию на УФСИН. После лечения, по показаниям лечащего врача, подсудимый может пройти еще и курс реабилитации. В России всего 3 государственных реабилитационных центра, и один из них, Новопетропавловский, расположен в Долматовском районе. Глава российского наркоконтроля Виктор Иванов уверен, что с введением института альтернативной ответственности за счет лечения и реабилитации количество совершивших преступления наркозависимых, а ежегодно их количество достигает до 150 тысяч, существенно снизится. Марина Богатырева, Никита Мухин, Светлана Пестерева, информационное агентство «Курган.ру».